добиться такого надо, а не стоять и мяч держать. Кто больше передержит? Кучка, как у Котова, вперед. Ну, Тимофей. Далеко отпустил. Блин, я не забил. Данила, Данила. Молодец. Валик, как обычно, угол заходит. Ну, все нормально. Да, туда, туда. Опять почему борьбу проигрывают, а в конце концов. Трудно добежать до мяча первым. Игроком, сюда, они сзади. Ленаш тоже тренируется. Как мы отберем у Баты мяч? Хорош! Валик молодцом.
дальнего. А что, первым добежать было труднее, чем Никите? Назад поменялось или его капитана не меняли? Зачем?
подсел. Так они друг другу помешали. Ну, по-моему, друг другу. Да, один, да. Два друг, да, друга. Ну. Да нет, да нет, кто держит, кто напишет. Ваня, перед игроком. Ваня, перед игроком. Егор, не один. Что вы двоем? Да, не так. Да и первый на мяче. Все, не давать мяч просто. Молодец. Так, бросай туда. Не надо, Ваня, не надо. Конец матча.
начинает играть. Ваня, держи его! Валик ослаб, не может закинуть даже за ближний. Не говоря уже про дальний. Они ведь присанули с ним немножко. Валик первый. Нормально исправили.
Вы нападайтесь на него, что вы с ним бежите. Выключились, не готовы. Хватит уже! Давай. За!
отпускать так мяч. Бей! Да все, на том и заживали. Зажигай.